здорово, пацаны, аналитика. Full HD качество на две персоны, бля, заднего места. Unskill и Гугутун. Гугутун. Вид коней такой, кстати, есть. Вот. Зубы, кстати, у него тоже как у коня. Наверное, кличку он не сам себе придумал, а MB в школе. Все, Гугутун! Гугутун! Первая моя аналитика Full HD качества, они могут гордиться этим. Гордиться, что на них сделал ее. Начнем с Гугутуна. На данный момент имеет столько подписонов, создал новый аккаунт там. Я не понимаю, у него Гагатун Фит, Гагатун, блядь, еще какой-то, короче, три канала, и на все партнерки, конечно, живет Пачан, ну, более-менее, короче, обеспечен за счет вот этой хуйни всей. Но к этому мы потом подойдем ближе. Прошлый аккаунт его с партнеркой же объебали. И с медиа. И он решил напрямую, короче, с Ютубом заключить, чтобы 100% доход иметь. Ну вот, сейчас на его главном канале 100 тысяч. 100 тысяч подписчиков. И он очень рад этому, типа рад, но его жаба душит, так как его член этого, ну член это юздец, короче, как это правое яйцо, левое, я думаю, это Настенька, ну которая, или Красина, как там ее зовут, блядь. Баба из леса, вот, возможно, она и будет наше левое яйцо. Но о ней нихуя мне не известно, поэтому оставим ее на десерт. А как-то ебдога мне известно. Показал он свое ебло летом, в середине где-то лета. Там, август, по-моему, начало августа. А я аж не мог сделать видюху. Был занят дотой, 2К игр. Ни один блогер 100К игр не наиграет, так как он сдохнет с голоду, блядь, потому что он не может, нахуй, жить без этой всей хуйни, там, покупать айфоны 5, еще всякую хуйню. А то геймер называют 3 месяца по 18 часов. Поэтому вот времени не было на уебка. И он показал свое ебло, как раз. 2 года скрывался под маской картонного очкарика. А когда он показал себя, у него вроде няшенький голосок, как себе же, няшный голос, какой секси там, наверное. Хочу увидеть тебя. А под эти видео больше говна, кстати. И, по-моему, дизлайков, количество дизлайков превосходит лайки. Там все пишут, что за уебок, очкастый долбоеб, убейся, задрот нахуй. Ой... Короче, обидел он этих 16-летних мальчонов, педиков, кстати. Возможно, они стали на пути истины, не будут там педиками идти по следу Гагутунову. Он полезное дело нахуй сделал, да. О, правильно, хоть это. У всех няшных голосов, да, имеется минус. Вот возьмите... Репетур. Няшный голосочек, да, все озвучивает. А внешность... Пушкин кучерявый, блядь, седой, нахуй. Вот. Все няшные голоса, люди, которые имели, да, няшные голоса, по внешности нули. Нули. И вот Гагатун еще один раз подтверждает нам мою теорему, бля.
Посмотрел я его последнее видео. Он начал их лепить, но просто пиздец. Ну, как я понял, забил на учебу, так же, как и Unskill. Вот это одни зря, кстати, забивает на учебу. Так как на ютубе пацаны там всю жизнь не смогут прожить. Рано или поздно, блядь, его закроют, война начнется. Вот, например, да, допустим, начнется война и пиздец. Ютуб закроют, почему? Это может быть как сервис этих всех обращений, там, к генералу, нахуй, обращаться к народу. Зачем вы атакуете нас, там? А нахуй не надо. Может, кто там, какой-нибудь американский солдат, скажет, блядь, где у них там ядерные боеголовки находятся. Поэтому Ютуб при войне, при случае войны, закроют. И что с нашими блогерами будет? А живущими на деньги Ютуба. Все, на улицу. Они выйдут. Господи, что это такое? Вы помните сталкер последней миссии там? Глаза закачаны. Вот они выходят, да. И пиздец. И как им? Думаете, вы их спасете потом? Нет, нет. Вы сами будете искать там пропитание, мать, блядь, кормить нахуй свою, отца там поднимать, блядь, что-нибудь оторвет ему, тащить его, как в этом, спасти рядового Райана, кишки. Так что вам будет не до этих, до уёбков. А вот они, если за голову не возьмутся, обречены, вот. Образования не имеют, друзей в реале не имеют, но я тоже не имею, но мне, блядь, я могу нахуй постоять за себя, как, да, блядь, скука, еще что-нибудь, пиздец тем будет. А они, вы видите, вот юзлес, кому он пизды даст, да, на его бабу нападут, он даже, блядь, ничего не сделает. Достанет телефон. О, так, нужно летсплейчик записать, все. А бабу там гопники будут насиловать, блядь, и яга ебать. Слябяк. Поэтому она, кстати, к нему и ходит. Потому что, выходя на улицу, проходя мимо беседок, на нее сразу нападают гопники, начинают лишать ее девственности. А потом... Юзлиш пишет летсплейчики. Могут туда другая обстановка. Не знаю, баба у него есть, нет. Ладно, по-моему, нет, так как Пача начал лето, как и Юзлиш, делать видео, ну, каждый день по 2-3 штуки, хоть раньше не этого, а Уфу эту, блядь, Сану нахуй, упрекали. Ой, 4 видео в день, а потом поняли. Я говорю, он поимел партнерку 100%, да, доходом. И начал делать каждый день по 2-3 видео. Ну и все, и заебись. Купил себе кресло какое-то, да, хуй. Чё, блядь, мать твою, нахуй надо трекать на этом кресле. Камера у него. По-моему, веб-камера. И не Full HD. Я не посмотрел, Full HD или не Full HD, просто HDMB. Ну, HD точно, а вот Full хуй знает. Он может, так-то у него HD, да, 1280 на 700, в редакторе, да, в Sony Vegas каком-нибудь выставить значение 1980 на 1080, по-моему, это такое HD-шное, Full HD. Вот. Но картинка все равно нихуя не изменится. Летсплейщики, значит, делают, пацаны, постоять за себя, не смогут на улице в случае чрезвычайного происшествия, да, нападут на них какие-нибудь школьники 13-14 лет, антифаны те же, антифаны. Увидели Гагатуна в интернете, раньше были фанатами его,
А тут он показал свои влоги все. Хотим разбить ему очки, засунуть ему в анус, пусть он посмеется. Вот так, вот так вот он, дети, лежит. Да. А у Юзлеса что? Пацан вообще отбился от рук. Не понял, где моя, блядь, прихватка нахуй. Ай, там осталось. Пацан вообще отбился от рук. Забил до родителей, оставил их в комнате, ну там, наверное, МБ. У него сейчас братик скоро, через 8-7 месяцев появится, или сестреночка. Потом Юзлес окинет баба его, и он начнет заниматься педофилией. Сколько ему, 17 лет? Он даже не был, кстати, на выпускном. Я прочекал фотки его знакомых, там, они же все в подписчиках, всех, кого не знают, суют в подписчики. А с кем знакомы в реале, в друзья. Естественно, одноклассники одни, блядь. Ну вот я посмотрел, нигде, ни на одних фотках нет Юзлеса, блядь, пиздец. Следует чё? Значит, одно, блядь. Пачан вроде даже школу нахуй не закончил свою. 9 классов, и ещё про какой-то институт говорит. Какой институт? В случае вот войны, да. Пиздец этому гагатану будет, Юзлесу, да вообще, всем блогерам обобщим, живущими. Ладно, 100-500, он, блядь, повар будет там для солдат пищу готовить, а вырет пачаны. На завод. Какой даже завод еще? На завод вас не возьмут. Хату он снимает, а не купил, потому что сколько ему лет? Юзлес 17, да нахуй его пошлют. И, наверное, квартиросъемщик смотрит на него, как на долбоеба, а соседи говорят, высказывают этому все чуваку, который сдает хату. Он орет постоянно, вот последнее видео, где поет, бля. И пацаны орут, супер поет, звезда. Вкуса нет. Еще и им не нравится Джастин Бибер, да? Сравним Джастина Бибера и с этими идиотами. Ну, Джастин Бибер, он певец. Это, блядь, вам не в офисе потеть. Вообще, и ролики делать, это не работа, нахуй. Вот в офисе потеть, ящики разгружать, всякие бочечки, да? Как в Марио. Или в этом, блядь. На Тетрисе. Строитель, короче. Вот это работа, я понимаю. А вот то, что петь, и тот же Джастин Бибер поет под фонограмму, блюет одновременно. Ну, тоже нихуя не работа. Но, тем не менее, он благотворительностью занимается. Денег много, благотворительностью занимается. А вот эти пачаны, все для себя. Все для себя. Хуй знает, какие у них компы, но я думаю, Коре какой-нибудь i5... Даже не i7. И то они в месяц могут иметь там по 90 штук в месяц. У многих так родители, блядь, не получаются. Не получают вместе взятый, да, вместе с дедами, бабками. И вообще у некоторых все село скрестить, и такая сумма не выйдет. А тут одно ебло получает 90 штук. Примерно, да? И не покупает ничего. Все для себя. Все для себя. А только, комп, не знаю, обновил. Ну вот Core, блядь, i5, это хуйня. Видеокарта, наверное, GeForce 560, которая стоит 10 тысяч. Вот так. А на что еще деньги тратить? Родителю помогает, да, навряд ли. Он даже свою мать не показал. Наверное, она стесняется, что у нее сын такой уёба, блядь. Так, мама, я хочу показать тебе своим зрителям. Судок, а ты мне хоть денег дал хоть раз? Он такой, ну, мама, я хочу. А, на бабу. Юзлес тратит деньги на бабу свою, точно. Они же такие. Думаете, она просто так с ним? Как и с Мэдисон, блядь.
популярность, да, тоже распиарится. Хочет идти по улице, чтобы все бомжи узнавали ее. Но нет, за жопу возьмут, как и все, все кошелки, блядь, и все дальше пройдет. Домой. Домой быстро копьют. На бабу, да, тратит, как вариант. А, блядь. Ест он, наверное, немного, худощав. Стойте! Стоп! Смотрел его видюху одну. Купил микрофон. Сколько? Я пробил 5 или 6 штук. Это хуйня. А. Ладно, купил микрофон. Где остальные бабки, сука? А баба затужирует, наверное. Гагатун не красавчик, блядь, этот юзлес не красавчик, это там скинь. Поэтому баба деньгами его пользуется его деньгами, а на стороне, у него же времени нет встречаться с этой шлюхой. Поэтому она к нему заходит, с ним перепихнется, хата свободна всегда, только Гагатун, о, блядь, хотя может Гагатун, юзлес и вот эта Настя, или как там ее, блядь, Марина, в 2 ствола они на ее начнут. Вот. Это баба, Гагатун какой-нибудь, Янский, в 2 ствола, вот неплохо. Видео только запишите. Подскажу нормальные сайты. Там YouTube, потом Юпу, ну много еще там всяких. Ну так, пацаны. Первая аналитика в Full HD качестве. Сделано, ну больше нечего сказать мне про этих щебней. Где еще? Не скрывайте свое ебло. Вот недавно мною был замечен такой пачан с ником Бендер, блядь. Говорит Бендер, хоть и ник у него вроде канала не Бендер, нихуя. А, тоже ВКонтакте нет никаких фоток. Все говорят, няшный голосок. А пачан, наверное, уёбок уёбкам. Всем жопу лижет. Всем жопу лижет. Поэтому МБ даже негер. Нига. Нига, блядь. Еще креветочки захаваем и... Выключаем аналитику. Так, юзлес, значит. 2 ствола. Школа не закончена. Гагатун примерно так же. Но могут встретиться где-то. Живет юзлес, хуй знает. А, в Москве. Еще на Игромир этот уебок ездил. Во, вспомнил. На Игромир он ездил, значит. По ВИП. ВИП. ВИП какой-то хуйне. 4 октября. Сразу можно сказать, школьник, да, не работает, ничего не делает. Так как Игромир, на Игромир нужно ехать только днем. Ну, не днем, блядь, утром выехать в часов 11. Я там уже где-то в час, в 12 буду. Этот уёба живет в Москве. Вот, так что ему еще меньше приезжать. Короче, он был на Игромире, видюху я так и не увидел. Видюху. Билет он сфоткал, блядь. И все. Видюху с Игромира он не скинул. Хоть и говорил там, хуй его туча фанов было. Я пробил по YouTube. Даже никто не записывал эту хуйню. Сходку я помню тоже устраивал. Сходку устраивал он. Еще там все пачаны и бабы до 16 лет. Вот их смотрят 16 лет, блять, пачанам. Бабам, пачанам, всем по 16. До 16. 20-летний такую хуйню никогда не будет смотреть. Нежели вам 20 лет, или, блять, у вас есть семья,
У вас отсутствует одна хромосома, мне кажется, это точно, нахуй. Но нужно... В таком возрасте вы должны смотреть аналитики мощные, да, там всякие трэши. А нету детскую хуйню, там нет мата. Нет мата. И фильтрует базар, как некоторые. Он много матерится. У некоторых матершинных блогеров, да, под комменты, он много матерится, фу. Заходишь, на канал к этому долбоёбу прочекать, что он смотрит, там, понравившиеся видео. Одни юзлесы гагатуны, понятно, блядь. Понятно все с почерном, точно. И не только одна хромосома отсутствует, ну и этот... Родители. Неплохое. Костюм лошади у Анскеля появился. Можно даже униформой заняться этой пардушной. Хотя вот эта башка больше гагатуну подойдет, потому что зубы у него реально конявые. Вот. Я ж болею. Ну так. Креветочки разделаю. Ладно, короче. Почти давайте. Пока. Ньюзлесы, анскели. Ну ай, блядь, анскели нахуй, как оттуда сосуд хуи. Бай-бай!